Доброго здоровья. Начинаем дальнейший репортаж. Значит, вот эту штуку пробовал. Вот этот конформатор. В итоге не ставьте такой. Вот он. Мощный. Он удлинил раз в 50 время. Далее пробовал этот самый конденсатор. Быстрее, конечно, но отдельно медленнее. То есть, когда включаешь отдельно вот этот в коробке мотор, то медленнее идет. А сейчас мы включим, значит, мотор, который, мою систему, которая у меня идет. Мотор, генератор, без, просто на пробу, без запитки возбуждения. И посмотрим, какой здесь результат. Итак, замеряем. Замеряем. У нас, значит, 11,89. Запишем. Берем листик. Пишем 11,89. Записали 11,89. Так, переставим это онлайн секундометр, обнуляем его и стартуем. Здесь, значит, стартуем на 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 секунд. А теперь здесь включаем старт. Замеряем сейчас. 11,87 уже, 11,88. Вот на 11,88 быстро. А 11,89 не будет. И вот 11,89. Выключаем. Стоп. Итого 34 секунды. Значит, получается так. 34 разделим на 5. 7 раз. То есть 1 к 7. Ок. То есть вот такая система, значит, там имеется самый. Во-первых, мотор и генератор. Мотор, значит, и генератор идет как маховик. Он раскручивает. Вот. То есть обратки там больше должно быть. Обратного тока реактивного. Гораздо больше. Вот. Ну, завтра будем пробовать. Я думаю, на больших скоростях это будет результат куда лучше. То есть этот результат так и запишем. 1 к 7 возвращается. Возвращается. То есть, если поставить. Если поставить, значит, 1 секунду. Вернее, как у меня было, 5 секунд, 5 сек. Реле, то есть поставить на 5 сек. И поставить на 35 сек. На этот случай, и можно работать. На этот случай, если он дает, оттуда можно получать энергию. Заряжать. То есть надо. Ну вот эти ионисторы можно вот. Ионисторы попробовать завтра. Ну это завтра уже буду. Вот это заряжать можно. Оттуда вот. Выход там есть. Это если он сам не заряжает. Мы сейчас еще посмотрим, может он даже и заряжает сам. Вполне возможно. Но может не на этих скоростях, а на других. Так, сейчас посмотрим, что у нас. Пока зарядки нет. На задней.
как было 11.89. Ну, то есть за 30 секунд, сейчас скажу. За 35 секунд возвращается на место. 5 секунд работы, 35 секунд. Обратно возвращается. Подождем еще. Допустим, минуты 3-4. Пока можно поговорить. Ну вот сейчас обнуляем. Ставим старт. Ставим старт. Считается все. А пока можно поговорить, значит. То есть, значит, показалось, что вот этот вот магнитный мотор, там магнит вроде обратно дается, он в итоге хуже дает, чем вот этот. Потому что это вот ток обратно магнитный, как бы он был, с одной стороны, я думал, лучше будет, как бы еще, и он же, когда он еще сам вырабатывает ток, если отключить. Но нет. Этот магнитный поток, видать, мешает тому току, который шел к нему. И встречаясь с магнитным, даже когда его включаешь, идет замедление этого всего. То есть это летать не пойдет. А вот по старой схеме, сейчас подождем еще. То, что она показала 7 раз, но это на малых оборотах. Я завтра попробую обороты добавить хотя бы там до 5, до 7 тысяч. Ну, 12 вольт там у него оборотов примерно. Сейчас вам скажу. 12 вольт. Вот. 230. Ой, неправильно. 230 разделим на 12. 19, ну 20 считайте, а у него 15 тысяч. 15 тысяч делим на 20, всего 750 оборотов на такой, если подать на него 12 вольт. На тот, если подаешь 12 вольт, 3000 оборотов, потому что он 12 вольтный, то есть максимально у него 3000 оборотов. Поэтому подождем сейчас, если он зарядку не ведет, то будем-то оттуда выводить, чтоб здесь он, значит, не тратил, а там заряжалось. Да, получится какой-то ток. А здесь, значит, он просто будет гонять его. Так оно, смысла-то нет, если он гоняет и останавливает, гоняет, а так он будет заряжать. Посмотрим. Подождем еще. Так, сейчас по времени глянем. 3 минуты прошло. До пяти дождем. До 5 минут. Ну что еще можно сказать? Откуда это берется, пока времени сейчас расскажу. Сейчас покажу это все, чтобы поняли. Вот откроем Paint. Paint откроем вот. И покажу. Вот, смотрите. Допустим, мотор и батарейка. Батарейка. Вот тут вот кнопка. Кнопка или реле можно. Сейчас пока кнопка. Потом реле, если это все когда уже будет известно. Столько чего. Реле. Вот эту кнопку, значит. И вот батарейка, вот она. Вот это вот напрямую идет минус, да? Прямо. Вот ток, значит, с плюса идет. Вот она замкнула. С плюса. И пошло сюда. Потом раз. Разомкнул. 5 секунд она идет. Что получилось? Ток-то шел и сюда, и так как он сам мощный,
Он же крутится. Вот они говорят, что он съедает. Да ничего не съедает. Так же, как, допустим, этот самый. Возьмем кувалду, ты бьешь, ничего она не съедает, она мощность увеличивает. Так же и здесь. Это тот же рычаг, тот же маховик, там же это ротор крутится. То есть он дает сильнее вот это вот прикручение, чем вы в него подаете. Но она назад не идет в этот момент, потому что встреча здесь. Вот встречаются они. Встречаются. И значит, здесь просто выделяется тепло, то есть здесь больше расход во время их встречи. А вот когда выключил, этой нету вот этой. Вот этой сюда. Нету. Она отключилась. Значит, пошло сюда. У него-то накопилось за этот момент, пока крутили 5 секунд. У него тут накопилось провода везде. На этом самом у него. На роторе. И оно пошло сюда все. Назад. И мы посмотрим, сколько оно идет. Вот 5 минут. Но оно сразу отдало, вот, допустим, было 12.11.89. На нем, на батарейке вот. 9. Через 5 секунд я выключил, стало 11.20. Вот так. Через 35 секунд оно вернулось, 11.89. Сюда. То есть вот этот ток вернул его. А сейчас мы будем смотреть, как я хочу. Утром я наблюдал немножко даже и возрастание. Посмотрим, может, возрастание будет. Нет, так нет, дальше будет делать. Вот прошло 6 минут. Ну, подождем до 10 для чистоты эксперимента. Подождем до 10. А пока, значит. Вот и получается, видишь, что. Это я смотрел, это все описано, но они все по-другому переначали. Описан этот процесс, они назвали его самоиндукция. А на самом деле это реактивный, ну, обратный ток. Или реактивный. Потому что ясно, что КПД любой штуки, включенной в сеть, больше. Это вранье, что меньше. Вот это вот они врут. Лампочка отдает назад. Вот, допустим, лампочка. Вот спираль у ней. Спираль. И вот, допустим, источник питания. Вот ты включил. Она же нагрелась. А что такое нагрев? Нагрев это что? Это та же самая энергия, тот же самый ток. И не надо говорить, что есть там механическая, там, тепловая. Это одно и то же. Только мы его, когда мы его сюда, видите, заводим, вот эта вот тепловая, она опять превращается в электричество. Как мы вот здесь разорвали цепи. Вот разорвали цепи. И пошло назад. А так, чтобы оно работало, видите, как я до этого старался, что оно работало бы у меня беспрерывно. У меня не выходило. Только выходило, что значит, 50% экономии за счет обратных. Но оно все равно встречалось и тратилось. А когда его отключаешь, то есть над этим надо работать еще. Это пока предварительное. Вот сейчас 8.29, подождем, значит, до 10 минут. Потом произведем проверку. Ну и на сегодня-то все будет. Если он... У меня с утра было то, что даже, как я вам показывал, было 11.89. После таких испытаний, на магнитном, правда. На 3 сотых выросло, то есть... Шла обратная подзарядка. Посмотрим сейчас. С обратной подзарядкой, конечно, было бы выгодно уже. Гоняй его, и все, и подзаряд идет. Поэтому будем на этом, как говорится, на этом не остановимся. Довести до ума. Путь большой и длинный. Я в интернете смотрел, там что-то
путают людей, вот что-то путают, показывают этот процесс. Показывают, возврат тока показывают, все. И лампочка там у них вспыхивает. И еще я наблюдал, когда еще работал электриком, еще долгие годы. Я наблюдал, когда, значит, вырубаешь, всегда надо было резко вырубать рубильник и резко включать. Понимаете? То есть вырубаешь его резко. Если не резко, у тебя дуга идет. Вот. С переменным током. А с постоянным там вообще может огонь пойти. То есть, значит, все это остается. Остается очень много тока. То есть получается все вранье. Что КПД меньше единицы. Что нельзя получить больше, чем сожгешь. Преднамеренное вранье, преднамеренное, чтобы люди, как говорится, были зависимы от них, рабами. Ну и все, выключаем пока. Проверяем сейчас. Получается, значит, за 10 минут подзарядки никакой нету. То есть возвращается на таком системе. Подзарядки назад за 10 минут не произошло. Но вернулась на круги своя. Ну все, на этом заканчиваю. Будем продолжать.